Вот, скажите, у нашего президента поддерживают. А что можете о нем сказать? Что о нем сказать? Ой, он силовик, мы тоже, это казаки и военнослужащие, отслужившие. И работал в системе Минобороны. Так что поддерживают в какой части? Ой, нужна стабильность и нужна крепкая Россия. Путин сказал, да, или мы в июне 13-го, или мы, или нас. Должны мы. А вот скажите, в 18-м году будут выборы президента. Вы за кого будете голосовать? Мы будем за Путина голосовать. Все, давайте.